Шокшо игече шурно лектышым шагалемден. Тидын нерген ял озанлыклашты палемдат. Таче республикын пасулаштыжы уржа сорла тургым кая. Тени туды ончычрак тӱҥалын. Советский районысы Родина колхозышты тапашам кузе шуктат пален налаш мемнан корреспондентна озанлыкышкы миен. Тушты кызыт шудо нӧшмым погат. Ял озанлык гыч кондымо видеоматериалнам ончаш темлена. Пасуш лекме деч ончыч машинам тергаш. Колхозышто тыршыше кажне пашаен очыни, шке техникыжым да тудын шапашыжым шке вич парняжла пала. Уржа сорла тургым годым комбайнлан посна кугу тӱткыш, вет тудын состояниеже деч шурным погымо жап да кугыт шога. Садлан кажне эрдене самырык комбайнер-влак руля шичме деч ончыч техобслуживанием эртарен пасуш вашкат. Кызыт кунам ялозанлык-влак пытен толыт, Родина колхозым ончен куаноман. Тудо кумло ий пашам ышта, кертмыж семын тӱзлана. Техникымат изин кугун налынак шогат. Теве тени телым мутлан кок комбайным, икытше палемдыман йӧршеш у да шудым солышо техникым налыныт. Кум техникын акше чылаже колокут миллион теҥгешке шуын. Тиде палемдыман колхозын шке ыштен налме парымже. Таче кажныжын куатше деч сорла тургымын лектышыже шога, вет лачак нунын дене колхозын изи огыл кумдыкшым кучен толман. Общая площадь 2200. Общая площадь у нас 2200, мы ее сейчас как бы стремимся, мы ее увеличиваем, но увеличиваем за счет чего? Увеличиваем уже за счет лесов, потому что ну, в бытность свою в 90-е годы часть полей уже были заброшены, там поросло мелколесье, вот мы это сейчас мелколесье убираем потихонечку, это, конечно, очень тяжело. Очень затратно. И вот потихоньку мы таким как бы, способом мы вводим земли в сельхозоборот. Потому что ну, я бы хотел бы расширить, мне не хватает немножко полей. Есть такая как бы, потребность, но мне со всех четырех сторон, с трех сторон соседи, с четвертой стороны лес. Расширяться уже как бы некуда. Мы для себя выбрали это семеноводство. Семеноводство именно в части трав. У нас порядка, ну, я скажу, наверное, 70% это у нас зерновые, это злаковые и бобовые травы. Это именно многолетние травы. Остальная часть это уже идет у нас зерновые, зернобобовые, яровые, зимые культуры. Ну, очень мало, как бы, мы в основном идем на травы. И вот такая у нас тенденция есть. Ондак самоходный косилка сола, вара комбайн-влак шудо нӧшмым поген налыт, почешыш трактор солымо кукшо шудым рулоныш чумыра. Лачак тыге, кум йыжыҥ дене Родина колхоз уржа сорла тургымым эртара. Кок тӱжем утла гектар гыч лачак кумшӱдӧ соткыштыжо гына пырчан шурно. Моло кумдыкышто тӱрлӧ шудо ӱдалтеш. Тимофеевка луговой. Тимофеевка – это уже третьего года пользования. Урожайность, конечно, в этом году слабенькая. Ну, слабенькая она, причина одна – у нас засуха идет. В этом году у нас дождь был последний 27 мая, следующий дождь был 7-8 июня. И то 27 мая прошелся здесь очень большой град, вы, наверное, сами об этом знаете. Ну, за полчаса я примерно прикинул, я потерял где-то примерно 5 миллионов. Вот такой был дождик. Кеч-могай паша лектыш тудым ыштыше специалист дечын шога. Уржа сорла тургымышты гын чыла паша кугыт комбайнерын кидыштыже. Эше йоча годымо кача пелен пасуш, гаражыш коштын комбайн дене кудалыштын, Владимир Загайнов илен толын шкежат комбайнер лийын. Теве тыге ынде кут ий кажне уржа сорла тургымышто колхозлан полшымо семын. Тиде кугу техника дене кумылын виктара. Ик пасу гыч коклашот дене шым кандаш тон нӧшмым поген налеш. Налымшо нуралама, адак шудымат дальше. Шудо еще лучше, что говоришь. Второй пацан, чтобы не говорить, то что весело лейка так. Без комбайн сола, мы потеши бар под бочек тим погоня. Ты не можешь тебе комбайн потеши второй пацан шкайна. Ты же мы рулоном что чудом. Кушто шолом нам кодат, рулоном кодат кушто дробитла туда, комбайн дробитла. Мы не жутебе рулоном кодин. Ты намного лучше комбайн жлотки сте. Ни цела, ни окшор гота нам нема. Кондиционер мой. И легче управление, что же. Слава нам подъем дали.
Таче родина колхозышто мланде шагаллан кӧра ик пасуат яра ок кий. Поген налме, коштымо шудо нӧшмӧ вес эллашке колталтеш. Беларуси гоч Европыш кая, тушто фасоватлалтын мӧҥгеш Российыш толеш. Пырче гын пошкудо регионлашке, Ленинград, Краснодар, Оренбург областьлаш, но эн шукыжо мутат уке, Юл кундемысе округлаш ужалалтеш. Чылажат кинде гычын тӱҥалеш маныт, но чаманыман таче ялозанлыкыште тыршаш кумыланже шагалрак. А кӧ тиде пашам шукта гын, мутат уке тиде йӧратыме сомылышкышт уло чоныштым пыштат. А кузе уке гын? Вет таче тидлан чыла йӧн уло. Тӱрлӧ технологий дене шыҥдаралтше машина. Кызыт комбайнер-влак улыжат парня ден пультен пашам ыштат. Адакшым тыгай у машина, у комбайн ондакысе кум доным алмашта. Паша кумылым мутат уке, мари муру пурта. Кечыгут мари муру дене пырля. У технике у семын виктарымым йодеш. Сатлан самырык комбайнер-влак тудым чын виктараш тунемаш посна курсышкат коштыныт. У комбайн эсогыл вес ял гычат пашаш кошташ кумылаңда. Ронго села гычын, родин колхозыш кажны гечын пашаш коштам. Комбайн так бизнес сезон работаем. Кинул комбайнан, но курсыш кумылы тунемаш кошмы. Не шкарлашки. Лектор шуки тени. Шагал. Долгорак приман. Ну кешен даш кокум кокум бунгерем штет. Тимофеев кушен кокум пачаш половина. Потому что первый раз тонна. Мо на шкарак лен лепел же. Ну шу ногу. Вот солин надо вот вышен кушня. Второй пачаш. Шудо нӧшмам визымше июльышто погаш тӱҥалыныт. План почеш сентябрь марте пытарышаш улыт. Пасушто комбайнер-влаклан чыла йӧнештарат. Кечывал да кас шокшо кочкышымат пасушка кондат. Таче родина колхозышто чылаже коло-колович еҥ пашам ышта. У паша еҥлан тыште пеш куанат. Хочется привлекать новый кадр, готовы, вот очень готовы рассмотреть людей, как бы, чтобы они пошли сюда в сельское хозяйство, но тяжело, на самом деле тяжело. Есть молодежь, немножко приходит, но не теми темпами, которыми бы очень сильно хотелось. Если, допустим, вот взять вот, ну, из разнорабочих, там, средний возраст, порядка там, 40-50 лет. Если взять средний возраст механизаторов, это тоже 45-50 лет. Просто прекрасно понимаю, что ну, ближайшие там, 3-5, край там, 10 лет, и кто будет садиться на этот трактор, кто будет садиться на комбайн, пускай он будет новый, пускай он будет стоить там, 20 миллионов рублей. Просто мы никого не посадим. Вот именно вот, вот это самое уже больное. А если не будет села, ну вот как вот сейчас идет, уже смотришь как бы, школы, все, в школах все меньше и меньше людей. Если село просто вымрет, ну, жизни-то не будет. Все могут уехать в город. Я согласен, что все, ну, город всех не прокормит. Кормит все равно село. Самырык специалистам ялозанлыкыштолаш кумылаңда штаче председатель тӱрлӧ йӧным качалеш. Аграрно-строительный техникум ден ялозанлык министерство ден ойпидышым ыштен, нунылан яра илым верымат пуа, а пашалан кумылаңдаш техника паркымат уэмдаш шона. В этом году все-таки хочу уже приобретать энергоемкие трактора, потому что будущее я все-таки считаю не за МТЗшками, не за Т-150, не за ХТЗшками, а именно один трактор, чтобы вот у меня, допустим, один трактор заменял моих сейчас 5. И такая возможность она есть, и вот к этому надо типа... Ну, это причина только тоже в одном. Причина в том, что нету людей, нехватка большая специалистов. Ну, и тут, естественно, грубо говоря, это вот если он один будет работать, а у меня не будет их 5 людей-трактористов, у него зарплата будет тоже соответственно, но тут другая тоже есть проблема. Люди боятся садиться на эти новые трактора, на эту новую технику, потому что ну, там другой спрос. Хотя вот... Это на самом деле так. Допустим, вот я вот даже по этому году я посмотрел, я вот купил 2 новых комбайна, ну, так сказать, один новый, другой не совсем новый. Но по производительности вот один такой комбайн заменяет, ну, предыдущих моих вот по лесе, это примерно 3-4 комбайна по выработке. Поэтому это гораздо выгоднее, надо сюда идти. Так как палемдаман лишил жапышты столовый день бухгалтерием верандаш, у гарман кундем гач кок пачашан модульное зданием кондат. Тудын полшымы дене гараж, шурным коштымы ток, контора, бухгалтерий, чыла ик верыштыреш. Тиде председателен мутшо почеш коллективым кучаш ышталтеш. Изи огыл да жапыште тӱлымӧ пашадар, сай технике илым вер. Родина колхозышто таче пашам ышташ чыла условий ышталтеш. Тӱҥжӧ самырык специалист-влакын ялозанлыкым нӧлташ кумылышт гына лийже.